хорошо сидим, хорошо едем. Папа, впечатление. Спорное. Великолепно. Переживем как-нибудь. Юля, еще? Или хватит? Не, ладно, есть еще такого. Приедем. Давай сюда. Если туда посмотреть, видны два колбаса, которые идут и противоположные. Земли русской, подбираем травушку. Сначала, да, вот так вот. Огурчики. Давай, все, запахнуло. Не надо.
классно, я здесь ни разу не ходил. Я тоже первый раз. Может, вот там сбоку обойдем? Thank you.
такая красивая, как это. Да? Вау, все, новое дерево. Дим, зачем тебе дерево? Андрей, о, место для привала найдено. Все. Такой вид. Нет, надо теперь вот эти люди едут, понимаешь, летушку. Романтик, романтик. Вот это романтик тут у людей. Ага. Это дальше идти. Далеп. Надо же это ж останавливаться. Ничего себе! Ой, запах надо пошел. Хорош, хорош. Земли не дашь. Блин, Лена просто по умолчанию медик в походе. А ты знаешь, как мне ее было? Ага. А вон, глянь. Влад, а вон, посмотри, вот там еще. Левее, где-то на 11 часов. Аккуратно, яма. И сравнить с теми волками. Яма аккуратно. Опа, 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 опа. И хуй моя, прям попала. Вот Андрей, пусть не знаешь, как это бывает. Уровень моего зрения. Так, сейчас это потерять. А мы что, дурак здесь? Смотри. Галька, ты чула? Там уже сейчас все тут звонки. Вот уже не по телефону. А Горьке потом уже 2 недели молока не будет. Потом когда и это было, и все. Блин, ну эмоции было капец. Я как вспомню, Серега такой, ой, блин, тяжело подниматься, ой, тяжело, что ты тут твой подъем, раз, кровь, вот такой, цинь, бежит такой, Thank you.
говорю, вот. О, пятачок. Подожди, он что-то... Дзынь. Пацаны, вы остаетесь, мы идем. Он сказал, он пропустил. Он за штурман. Алексей, вам звонят. А ты говорил, что это забить мне тут. Да, вот стоит. Нет, назад, так что в 9 утра мне подвласть. Под руку не подвласть. Порой ругаешь свою работу, потом думаешь, возможность приезжать к 9 на работу, 2 часа обеда и... Это что, вообще сюда не... Да вроде. Рюкзаки не забывайте. Парашорты одевать. Да немножко, да. Ну блин, ну скользко там. Рюкзак тоже испачкан, да? Лунный пейзаж, смотри. Все, пошли. Ой, а там кирпич. А вот.
пока этого. Так, режьте, на тебе апельсинки. Во-первых, тут еще кабель палочки. Будьте апельсинки или пока не надо? А у кого краба? Дайте. Мусор где-то собрать сейчас. Да, вот по-моему, не надо. Ой, тихо! Давай. Шоколадки уже попали. Я из-за этого уже в марте месяца не хожу. Аргумент. Ладно. Вот. Шашлыки же делают. А потом получается как?
какие-то там... Далеко? Сейчас. Что там надо написать? Вяжется. Ребят, влево надо будет скоро поворачивать. Скоро. Это надо сказать им, Лёш. Вау, какой вид! Вы сейчас обалдеете! Юр, как тебе слоты, как гора? Да, не
Прямо не советую бежать. Знаете, лучше. Слово как. Дим, Дим, не беги. Ребят, а можно вопрос? Если мы так сильно спускаемся, нам же подаваться придется. Не, мы сейчас на железку выйдем и все. Че? Как мы же в аптеку попадем? По железке до станции и все. Дим, прямо не бегай, боком спускайся. Сейчас через травинку споткнешься и кубарем полетит. Да куда-то. В траве еще змейки могут быть. Ну, налево по тропинке. Я вижу тропинка вот. Есть тропинка? Нету? О, сейчас будут дебри. Как старые добрые времена. Ты не все дебри идешь. Давайте подождем. Они все. Пацаны уже ушли, спустились. Аккуратно, глаза берегите. Бешеные огурцы. Видели бешеные огурцы? Вот эти взрываются. Вот. Глянь, сколько бешеных огурцов. Они взрываются. Да, хлопают, щелкают. Вау. Красота. Бурлит? Класс, мы дошли. Вот это поход. А вон та белая штука сорвалась. Да, пути. Я забыл, когда мы здесь были. И мы вот там становились. Ну, может, не Глянь, смотрите, по центру идет сюда. Да. Ого.
О! Заходи! Кто первый? Андрюх! Андрей! У меня палка больше! Это не шалаш! Это медвежья берлога. Пошлите дальше. О, сейчас занырнем точно. Классно идем. Они пока жрали. Усики, посмотри, где усики. Можно потрогать? Гляди, укусить может. Я знаю. Потом заразное будет. Не надо, пускай пахнет. А усики, да, какие у них? Не надо трогать, пускай пойдет. Ага, нафиг. Пожалуйста, где ты есть? Где тебя в таком зуме? Откуда? Давай, ставь там. Не-не-не, ставь. Вот тут ставь. Надо посмотреть. Вот тут. Блин, слышишь? Всегда фоткались с этой спичи. Блин, чё ж мы сегодня не сфоткали? Кроме Феникова, глянь. Thank you.
Ну что, не забыли? Направо? Или куда? Налево? Налево, налево. А зачем налево? Налево, а налево, налево. Давай налево, ладно. Потому что он летит. Занимайте места согласно купленным билетам. Садитесь, куда вы? Нет. Мою. Все, сюда. Что, куда? Давай сюда.